Хозяйская моя дама, а показать мудрость и познать рисунки в рук. Узнал, что я утомление дела, и вот немного мудрости и магии пить. Пришел мне тогда стань, умножая зла. У нас проблема. Я не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма, он отторгает процедуры, начиная откат. Дезмонд, попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Черт возьми, не работает. Подождите, мисс Стилман. Он приспособится. Первый раз всегда сложно. Мы теряем его. Достаточно, мисс Стилман. Надо его вытащить. Немедленно. Хорошо, Дезмонд. Мы постараемся вас вытащить. Вы в порядке? Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми. Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы. И что вы? Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны. Так что же, мистер Майлз, жизнь или смерть? Ложитесь. Мудрое решение. Ага. Где я? Вы внутри Анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. А, что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания о событиях прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка. Размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память наших предков. Анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации.
Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Внимание! Поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Приветствую, объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления анимуса. Следуйте указаниям. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Хорошо. Используйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Прекрасно. Анимус различает два основных режима – высокую и низкую стойки. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы, а в высокой – более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Отлично. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки в высокой стойке. Хорошо. Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель. Не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника. Прекрасно. Анимус выдает вам различную полезную информацию. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе. Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Желтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Сфокусируйтесь на цели. Выберите спрятанный клинок. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооруженной руки. Воин заметил труп, и его уровень изменился на встревоженный, а цвет значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина.
Убийца! Остановите Обратите его! Обратите внимание, что значок статуса поменялся на обнаружен. А теперь используйте лестницу, чтобы скрыться из виду. Думаешь, сможешь убежать от меня? Отлично. Вы скрылись из виду. Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина. Хорошо. Значок статуса показывает, что вы спрятались, но воин вас все еще ищет. Подождите, пока статус не изменится снова. А к чертям все это. И так есть чем заняться. Прекрасно. Воин потерял ваш след. Вы теперь анонимны. Можете выйти из укрытия. Отлично. Когда вы анонимны, синхронизация растет, а выполнять задания становится легче. Вы можете прятаться в самых различных местах. Однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида, а потом уже прятаться. Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Дойдите до маркера за воинами. Ты умрешь здесь и сейчас! Хорошо. Вы полностью синхронизированы, и вам доступна новая возможность орлиное зрение. Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. Прекрасно. Помните, что эта возможность доступна только при полной синхронизации. Следуя кредо ассасинов, вы сохраните синхронизацию. Кредо состоит из трех принципов. Первый – не убивать невинных. Второй – всегда маскироваться. Третий – не ставить под угрозу клан. Если вы рассинхронизируетесь, вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать, следуя кредо. Вы успешно завершили обучение. Загружается первый стабильный участок памяти. Постой! Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься? Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истинно, все позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы выполним задание, мой важен путь результат. Я разведаю путь. Постарайся не опозорить нас. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем – честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее.
Здесь. Должно быть, это ковчег. Это ковчег Завета? Не будь глупцом. Его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо. Кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Робер де Сабле, его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие, Альтаир. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила Кредо. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Стойте, тамплиеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Кровь. Нет, не надо! Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Солдаты, к оружию! Убить ассасинов! Переход к более позднему участку памяти. Альтаир, ты вернулся. Рауф. Рад видеть тебя невредимым. Задание прошло успешно? Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покоя и мира, Альтаир. И тебе также. Он точно кого-нибудь убьет, вот увидите. Что его так напугало? Интересно, что он затеял? Почему он носится? Беспокоит его. Он сбил человека. Слепой, что ли? Пожалуйста, следи, куда идет. Как можно быть таким беспечным? Лучше ему не создавать проблем. Надо же, он вернулся. Аббас. Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Молчание — знак согласия. Тебе что, делать нечего?
У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже, брат. Честь для нас. Повелитель ждет. Он зашел. Что он делает? Альтаир. Повелитель. Подойди, расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. А Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание, важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Мавик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Мавик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат? Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Мосиаф! Он ищет битвы? Хорошо, мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню. Уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Альтаир, хорошо, что ты пришел. Нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать, но не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей. Займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Язычник! Поймаю тебя! Прочь!
Черт! Думаешь, сможешь меня одолеть? Тебе, Кать, ты мой! Вот он, сюда, за ним! Сюда, скорее! Не дайте ему уйти, ты от меня не уйдешь! Прекратите битву и возвращайтесь в мыся! Приказ Аль-Муалима! Перемотка на более поздний участок памяти. Аль-Таир сюда! Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Чертов дурак совсем выжил из ума! Встань на эту платформу, Аль-Таир. Еретик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер. Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра. Да будет так! Привести заложника! Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Роберт. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо. Смерть они и получат. Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. К Богу! Моя нога! Моя нога! Тихо. Тамплиеры услышат. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов.
Моя нога! А! Моя нога! Тихо. Тамплиеры услышат. Я останусь с Вил и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Ты помог нам дать отпор Роберу. Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. Но если бы ты слушал тогда, в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку поразить невиновного. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Твоя наглость не знает границ. Найди в своем сердце смирение, дитя, иначе я вырву его голыми руками. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным, одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братство. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже... Ты привел врагов в наш дом. Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести. Мне жаль, поверь. Но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Мир над тобою, Альтаир. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди. Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. На глазах у Флейн.
Этому есть нормально, но Хэнни освобождена. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Это не ведь название. И название — это глупость. Люди, это не мое решение. Не я устанавливаю спрос, но я достаточно умен, чтобы не спорить. Мне не нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Этому есть название — нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название. И название — это глупость. Люси, это не мое решение. Не я устанавливаю срок. Но я достаточно умен, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лейла? Я знаю, что этот случай всех переполошил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется. И у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Так вы действительно ассасин? Как Аль-Таир? И да, и нет. Что это значит? Я должен был им стать. Но сбежал с фермы, когда мне было 16. С фермы? Да, так называлось место, где я рос. Ферма. Вроде Масиафа, только не такое жуткое. Небольшая коммуна посреди великого нигде. Около 30 человек, живущих наперекор всему. Почему? Потому что мои родители были парочкой долбанутых хиппи, которым грезилось, что они ведут борьбу. Отец постоянно вещал о врагах и о том, как они нападут на нас. А мы должны быть готовы. Никто так и не пришел. Почему вы сбежали? Мне нельзя было покидать коммуну. Вообще. Вы представляете, как это быть в плену, зная, что где-то есть огромный мир, который ты никогда не увидишь? Вы не скучаете по родителям? Нет. Да я и не считаю их родителями. Они были сторожами, а я был их пленником. Может, они просто хотели защитить вас? После того, что случилось, я не знаю. Наверное, они были правы. Извините, я не хотела копаться в вашем прошлом. Ничего. Мне будет над чем подумать. Попробуйте поспать. Завтра у нас будет долгий день. У меня есть один вопрос. Да? Как они меня нашли? Я... не встречался с другими ассасинами уже лет 10. Это ваше настоящее имя? До сегодняшнего дня нет. Кредитки? Нет. Мобильный? Ха, некому звонить. Права? Мотоцикл. Порочное удовольствие. Вот и ответ. Фото, отпечатки пальцев. У медицинской компании? Какая связь у Абстерга и транспортной инспекции? Дезмонд, эти люди везде. Они... А, извините, мне нельзя говорить об этом. Черт, они заперли дверь.
Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами. Поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Мы готовы начать. Выберите участок памяти для загрузки. Вы забыли, как работает анимус? Выберите участок памяти и вперед! Если вас обнаружили, резко поворачивайте. Я жив? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком, ребенком, как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину, заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие, но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу де Сабле. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привести ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе?
Я рассказал все, что мне известно. Остальное — твоя задача. Что делает этот дурак? Совсем выжил из ума! Он точно разобьется. Он несется, как угорел. От кого он убегает? Он сошел с ума? Совсем идиот. Мира и покоя, Альтаир. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно, но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Ступай. И помни, начни поиски с деревенского рынка. Чего это он рванул так? О чем он только думает? Что это с ним? В этом была... Он точно кого-нибудь шибет. Не стоит ему так... Может, за ним гонится кто-нибудь. Он, похоже, спешит. Лучше ему не создавать проблем. Что происходит? От кого он убегает? Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Аль-Муалиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит корзинщик. Это не причина молчать. Ах, корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал.
прячется, чтобы избежать расспросов. Ха! Не иначе в одной из своих же корзин. Вот что бывает, если так бегать. От кого он бежит? Он бежит от кого-то? Похоже, он куда-то спешит. Что делает этот глупец? Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать. Но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Прекратить это ребячество. Я вижу, как ты на меня смотришь. Знаю, что ты скажешь. Предатель? Я не предатель! Это Аль-Муалим предал нас! Ты увидишь! Скоро вам всем откроется истина! Надо было смотреть, стоим... куда идешь! Ты чуть не убил меня! Не надо меня беспокоить! На помощь! Смерть неверному! Неверный, умри! Я догоню тебя! Здорово! Ты от меня не уйдешь! Я найду тебя! Сюда! Он здесь! Молодец. Вижу, как ты на меня смотришь. Знаю, что ты скажешь. Предатель? Я не предатель. Это Аль-Муалим предал нас. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь! Не надо этого делать! Что? Опять драка? Он сам напрашивался. Ты хочешь драки? Хватит! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль. Он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас. Назвавших тебя братом и укрывших от бед.
Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Альтаир, и заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Воля же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем 9 имен. 9 человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. 9 жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? 1. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо? Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Yeah!
Должны сражаться. Умри, неверный! Ты умрешь! Должны сражаться. Понимаю, у тебя много дел. Сфокусируйтесь на цели. Не отвлекайтесь. Зачем он это делает? Ну вот болван. И чего он? Он точно кого-нибудь убьет, вот увидите. Зачем он это делает? Как странно. Кажется, я видела все, что можно. Нельзя его так поосторожнее. Нет, пожалуйста, нет, пожалуйста. Я! Если из-за вас переносчик кувшинов уронит свой...
кого-нибудь с ног собьем. Если из-за вас переносчик кувшинов уронит... Зашел с ума? Oof.